Итак, всех приветствуем. Что у нас дальше? Так, в управление шерифа мы пока не поедем. Да-да-да. Но исследовать затопленные области — это то, что нам сейчас нужно. Уходим отсюда. Хотя, может, что-то нам нужно взять. Например, стрелы с собой. Ну да, можно стрелы взять. Просто чтобы они ячейку у меня заняли. И периодически их там пополнять. Во, супер. Угу, две аптеки. Да, не знаю, надо ли мне столько хилов с собой таскать. Или может я хочу что-то другое. А то у меня эти есть. Ну, ладно, пусть пока болтается. Ага, оружие мне достать не дают. Ну ладно, ладно. Выход-то где? Вот он. Любезно сохраняют меня сразу же. Так. А, слушайте, раз у нас есть болторез, это нам, будь здоров, как развязывает руки. Мы можем идти просто кромсать все эти ворота проклятые, которые нас до этого очень сильно сдерживали. Прям милое дело, как по мне. Ага, здесь мне дают все-таки зарядиться. Так, здесь поболторезим немного. Супер. И открываем. Все. Мой внутренний перфекционизм в полной мере удовлетворен. Так, куда дальше? Здесь болторез нужен зачем-то. Ну, давайте резанем, что мне не сложно. Я тут везде сейчас могу проходить, вообще не париться. Класс. Вот это мы, конечно, проникаторы. А, ну слушайте, а нам сюда и надо. Да-да-да, мы вот здесь сейчас все это пройдем. Так что да, надо заходить сюда. За складку туда. Это что здесь лежит? А, это херня, нафиг не нужна она нам. Это что? О, еще одна страница. Сколько можно? Сколько можно? Давайте почитаем ее. Пока Синтия Уивер завтракала на первом этаже, Роуз прошмыгнула в ее комнату. Комната была заставлена лампами, то, что нужно. Так что нужную с ангелом найти удалось не сразу. К счастью, послание, полученное во сне от Алана, оказалось вполне понятным. Роуз не сомневалась, что пропажу одной лампы Синтия не заметит. У нее их и так много. Вечером Роуз положила лампу в обувную коробку и утопит ее в садовом пруду. Так хотел Алан. Лампа ему поможет. Одна мысль об этом доставляла ей несказанную радость. Синтия обнаружила пропажу лампы, как только вошла в комнату. Ее окатило волной горя. Лампа принадлежала Тому, а у Синтии осталось так мало предметов, напоминающих о нем. Да, она давно не работала. Кабель отрезали вместе с выключателем, но свет не всегда виден глазам. Невидимый свет лампы с ангелом все эти годы помогал Синтии жить дальше. В дальнем углу комнаты тени вдруг показались совсем живыми. Но сквозь непрошенные слезы разглядеть, так ли это, было непросто. Угу. Хорошо.
Что-нибудь еще нам тут нужно? Улучшений не так много, но, кстати, можно посмотреть, что у нас для винтовки. Сокращает время между выстрелами. Стойте на месте, чтобы перейти в режим концентрации. Угу. Ну, пули способны пробивать щит тьмы у врагов. Неплохо, неплохо. Идем болторезить. Это что такое? Он показал, что здесь какое-то темное пятно. Ну, издалека кажется, что, кстати, да, вот что-то в центре как будто бы болтается. О, офигеть, только перешагнули порог, сразу темно стало. И достали пушку, но... У нас здесь, насколько я помню, два схрона надо найти. По-любому здесь волки будут какие-нибудь. О, прямо к одному идем из схронов. Где-то он тут. Стрелка на какой лад. Another locked box. Что, не везде болторез поможет. Так, значит, идем по стрелочкам. На стрелку указывает куда-то туда. Туда, в смысле, вот сюда. Понятнее не стало, подождите. Давайте вернемся назад. Вы меня не хотите заметить, может быть? Чё, все реально? По одному выстрелу каждому и готовы? Ну, слушайте, я не то чтобы против. Не притворяйся тем, чем не являешься. Супер, 9 получаем этих штук. Итого у нас их 13 на руках оказывается. Вернемся к поиску ключа для нашей коробочки. Так. О. Подождите, а на что эта стрелка намекает? Туда. Интересно, давайте, может, с самого начала попробуем. Прям как-то очень странно. Они меня к коробке этой ведут или куда они меня ведут? Ну вот, ведет эта стрелка. Так. Раз. Не вижу. Okay.
Ого, сколько вас тут. Ну, подходите, уродцы. Ты молодец, Сага. Нужно идти дальше. Меня в очередной раз сбили с того, что я тут делал. А делал я поиск ключа. Можно, конечно, попытаться его тупо на шару найти. Бегать тут как дурачок по всей локации. Но вернемся обратно к стрелкам. Так, туда. Туда. Вот эта стрелка показывает, почему туда. Тоже вот какой доверять, непонятно. Может, все-таки пойти по вот этим? Они все-таки куда-то меня дальше хотя бы ведут. Например, вот это. Она ведет меня к вот этой. Потом к этой. Потом к этой. А, во! Супер. Ну, чуть-чуть поплутали, но быстро разобрались, ничего страшного. Так, от деревьев не скроешься, мы вездесущие. Угу. Так, ну можно похилиться так-то. Ну да. Двое таблеток схавать, и у нас этот фаер вместится. Но нужен ли он нам? Вопрос, конечно, хороший. Нет, это не то. Подождите, а это что-то другое, что ли? А, это для ракетницы снаряд. Ну, можно и будет его в ящик закинуть тогда. Тут мы все посмотрели. Здесь, наверное, сходим направо. Хотя там как будто бы ничего нету, но давай. А, не, вижу. Стишок, да? Нет, не стишок все-таки. О, так, у нас что-то там приглашенные гости. У меня было где-то записано. Что тут? Джим Фигамор. Фигамор. Я где-то слышал эту фамилию, но у нас звонок. Должно быть, это наш гость. Здравствуйте, Пэт Мэйн слушает. Привет, это Терри. Я в гостинице Элдервудский дворец. Тут повсюду ФБР. Кажется, кто-то умер. Сижу я себе на стойке регистрации, вдруг пули как засвистят. Пришлось залезть под стол. Боже правый, Терри. Что ты такое говоришь? Должно быть, ты сильно испугался.
Наверняка это просто раз Хэммонд решили поохотиться на куропаток раньше положенного. Куропатки? Ты меня слышишь вообще? Весь отель перестреляли. И это еще не все. Чем угодно клянусь, перед тем, как все началось, туда вошел Алан Вейк. Это один из ребят Мэнди Мэй? Пат, блин, да это Алан Вейк, писатель. Ты же его на передачу звал. Он исчез много лет назад. Пропал, говоришь? Теперь все стало на свои места. Видишь ли, мне звонили люди, утверждающие, что Венди Дэвис пропала. Но они, похоже, перепутали ее с твоим Аланом Уолкером. Терри, ты помнишь, как я приходил проведать тебя в прошлое воскресенье на рынке? Ты еще продавал те часы с кукушкой. Нет, Пат. А кто в тот день торговал вяленой говядиной рядом с тобой? Венди Дэвис. Из компании «Вяленая говядина» от семьи Дэвисов. Как же она могла продать мне вяленую говядину в прошлое воскресенье, если она пропала в 2010 году? Какая глупость. Да ё-моё, Венди умерла. Я прала на Уэйка. Пат, мать твою, все серьезно. Я пытаюсь всех предупредить. Там происходит какая-то жесть. Я пойду, а то вдруг вот-вот начнется. Как же... Что ж, с нами был Джим Фигамор. В этом году он будет баллотироваться в мэры. Что нет... Кто бы то ни было, сегодняшняя передача подошла к концу. Опять бумажка. Да что ж такое-то? По вечерам в доме престарелых Вальгала играли в бинго. Каждый раз, когда Роуз вытаскивала из барабана шарик и называла число, кто-нибудь из пациентов кричал «Бинго!», независимо от чисел на карточках. Другие пациенты, напротив, не издавали ни звука, даже заполнив карточку. Третьи пытались украсть у Роуз шарик. Некоторые пациенты отчитывали безобразничающих соседей. Весь процесс напоминал попытки управиться с толпой кошек. Но Роуз не возражала. Кошек она любила. Она знала, что занимается именно тем, чем должна. Составляет компанию маленьким викингам. Ждет, когда придет героиня. Сегодня пациентов что-то беспокоило. Больше, чем обычно. Ахти снова напялил комбинезон Блума. Тор стоял рядом с телефоном. Роуз слишком поздно разглядела молоток в его руке. Фонари в саду замигали. Тьма с дождем. Подошли вплотную к окну. Время настало. Так, ну не думаю, что тут что-нибудь есть вообще. Сюда тем более вообще нельзя пройти. Так что можно выходить с этой локации. Да, наверное, нам нельзя спуститься, да? Ну да. Но... Вот к этому схрону мы можем пройти, но через домик. В домике, наверное, можно сохраниться. И да, желательно бегать с фонариком, чтобы вот видеть такие приколы. Так, ну давайте подергаем тут немножко. Так, реальность пока не меняем. Пять страниц, да что ж ты будешь делать?
Наверное, пока ничего не буду класть в инвентарь. И так всего до хера уже. До 81-го ежегодного дня оленя оставалось совсем недолго. Брайт Фоллс бурлил от возбуждения. Надо было повесить растяжки, напечь пирогов, продать маски оленей. Брайт Фоллс заслужил место в списке 100 лучших американских городков благодаря скромному сельскому очарованию. В этом году ожидались толпы туристов. На подготовку ко дню оленя была омрачена. Прогноз погоды обещал дожди. Из уст в уста метались испуганные шепотки о новых убийствах. Полиция стояла на ушах. Помощники шерифа Брейкера патрулировали улицы. Брайт Фоллс привыкли ко всякой чертовщине. Отменять день оленя никто не собирался, но горожан накрыло беспокойство. Они с нетерпением ждали фестиваля. Но к предвкушению примешивался страх. По ночам к ним приходили тревожные сны. Фонари на улицах тускнели. Паводок подступал ближе, все ближе, и вода несла за собой тени. Так, ладно, идем тогда лутать схрон, посмотрим, что у нас там лежит. Одна стрелка туда, одна туда. Они что-то вообще все в разные стороны смотрят. Ой-ой. Так, ну то, что лампочку нам нарисовали, это, конечно, спасибо. И так понятно, что тут за счет фонарика нужно это все выкруживать. Так. Такой треугольник у нас. Два треугольника вниз. Ну, я их потом перебором просто попробую. Так, ага, и песочные часики. О, да ладно, офигеть. О. Так, а что в письме? Мы только что узнали, что Алан Вейк попал в камеру к федералам. Он вышел из озера. Он опасен. Нельзя расслабляться. Надо избавиться от писаки. Передай другим. Так, вот гранату мне надо. Поэтому пойду-ка я фаер выложу и возьму лучше гранату. Коробка. Во. Да, блин, вот это приколдесы, конечно. Ладно, ща мы почистим инвентарь. Все равно у нас этих стрел до жопы, девать их некуда. А выкинуть просто их нельзя. И идем за гранатой. Не знаю, есть ли здесь ланчбокс. Пока что кажется, как будто мне ничто на это не намекает. И можно спокойно спускаться вниз. There's another cult stash. Another one of those cult boxes.
Так, и следующая у нас локация. Идем сначала к схрону. Они как-то неохотно меня атакуют. Ну, в общем, я как в тире, вообще не парюсь. Так, а вот и схрон. Я сначала пойду с них патроны соберу. Мне бы батарейки пригодились бы, наверное, очень. О. Что у меня закончилось еще? А, патроны для этой. Угу. Опа. Another cult stash. Сильно понятнее не стало, что тут надо делать. Что-то вообще тут прям как-то слишком темно. Вроде их всего трое было. Нет, еще кто-то тут. Ну, это, наверное, один из тех, кого я не добил. Собственно, вернемся к схрону. Что-то какие-то олени.
Давайте думать. Ключик, ключик, где же ты? Так, это уже выход. А, кстати, да, здесь затоплено было, когда мы сюда заходили. Я помню, отсюда видно вот было... Да-да-да, вот эту лампу было видно. Угу. На берег пока не пойдем. С одной тычки, что ли? Они все в одном месте спаунятся. Ну ладно, их дело, собственно. Я их тут как орешки щелкаю. Прежде чем на станцию пойти, загляну-ка я сюда. Ничего интересного здесь не вижу. В домике стишок, наверное. Да твою мать, а. Может, отвертка? Да. Супер. Ну, в доме меня вряд ли кто-то атаковать будет, но на дробовик можно переключиться. Полигоны Брайт Фоллс. Ага. Доктор Кэмпбелл, мы вас поняли, мы оба, Майклс и я. По городу мы не расхаживали, в лесу на меня напало бешеное животное, и Майклс отвез меня к врачу. Если вы читаете входящую почту, вам об этом должно быть известно, так или иначе приказ получен. Как выясняется, вы оба несколько раз оставляли свои посты и расхаживали по городу по личным делам. Это совершенно недопустимо. Вы обязаны следовать протоколу ФБК, предписывающему скрытность, а я, как ваш непосредственный начальник, несу полную ответственность за ваши действия. Считаете работу слишком скучной? Мои соболезнования. Вы должны выполнять свою работу в определенных мною рамках и в соответствии с требованиями проекта. Я передислоцирую вас. Теперь за зоной Уотери наблюдать буду я. Здесь пройдет большая часть исследований. Я расположусь в домике рейнджера.
Вега отправится на станцию Witchfinder у озера Колдрон. Майклс, вы займете станцию в Брайт Фоллс. Извинения мне не нужны. Я хочу слышать подтверждение, что вы поняли приказ. Так, пока чуть-чуть оставим этот стишок, я на второй этаж схожу. О, еще одна. Hello, dear. Здравствуй, олень. Хотя вроде она сказала, типа, hello, dear. Типа, привет, дорогой. Ага, новых фигурок мы тут не наблюдаем. Но то, что стишок здесь, это, конечно, я угадал. Дитя только мать защитит и спасет. Только дома малышка покой обретет. Ну, допустим. Только дом злое чудовище стороной обойдет. Если в дверь позвонят, не стоит кричать. Не стоит прочь никого прогонять. Лишь помолиться и сладости дать, и тогда устоит на месте ваш дом. А сюда, наверное, нужно поставить монстра. Sure. Изи. И звонок в дверь. Ай-яй-яй. Ну и куда? А, все, я понял. Так, а ништяки где обещаны? А, это он так вошел или... Угу. Инвентарь полон. Да. Может, я чего-то и быстро избавиться могу. От гранаты могу избавиться. От двух стрел могу избавиться. Charm for my bracelet. Так, ну все, отсюда можно уходить. А, нет, нифига, мы же этот не закончили. Ключ не нашли от схрона. Ну, что-то там застряло. Что-то какие-то олени, как будто бы Дед Мороз какой-то нарисован, к нему стрелочка. Ну это по-любому где-то рядом разгадка должна быть, но никаких вообще указаний на это я тут не вижу. Кажется, что как будто бы, наверное, где-то здесь.
В любом случае, зачем этот такой закуток делать? Заспаунились пацаны. Может, их что-то с ними надо сделать, хотя вряд ли. Просто они так постоянно спаунятся в одном месте. Чё, что тут сделать надо? Еще вот не было у нас таких неоднозначных загадок. При этом они не нападают на меня еще толком. О, страница еще одна. Когда правительство огородило земли вокруг озера Колдрон и устроило там лабораторию, Илма Каскелла понял, что им что-то известно. Они с братом решили, что надо бы заглянуть в лабораторию. Меры безопасности Федерального бюро контроля оказались смехотворными. Братья Каскелла зашли внутрь под видом службы доставки кофе. Вернувшись в Уотери, они изучили украденное досье ФБК. Расследовали что-то, связанное с озером. Что-то, что они называли тенью. Те, кто нырял туда, выходили из воды чудовищами. Хартман вошел в озеро, вернулся вместо него кто-то другой. ФБК поймали и допросили его. И из его бессвязных показаний следовало, что Барбара Джаггер вошла в озеро еще в 60-е годы. И тоже вернулась не в себе. Писатель Алан Вейк тоже вошел в озеро и столкнулся с Джаггер. Засунул какой-то загадочный выключатель в дыру в ее груди, щелкнул им и избавился от нее. Если Вейк когда-нибудь вернется, он наверняка тоже будет не в себе. Угу. Не понял. А как я там оказался? У сундука, который там фиг знает где. Ну, что-то даже не знаю. Сложная какая-то загадочка. Видимо, надо гуглить. Станция рейнджеров, схрон культа. Пойду посмотрю. Подсмотрел. Ну, давайте попробуем. Написано, что у домика надо искать.
Не очень, конечно, очевидно это было из той картинки, которая там расположена. При том, что ее нельзя нормально даже разглядеть. Так, тут где-то должен быть дымоход. Вот он. Вот и ключ. Ну, типа, там нарисован Санта-Клаус, олени, и, типа, он там заходит в дымоход. Но, короче, типа, не очень такая логическая цепочка тут складывается. Ну, точнее, цепочка-то логически понятная, а вот разглядеть, что на картинке, чтобы эту цепочку сложить в голове, это, ну, крайне постараться надо. До меня не сразу дошло, что речь о подсказке... Подсказки не о заднице Санты. Зачем все усложнять? Почему нельзя просто отдать эти гребаные ключи? Так, опять не дают патроны все забрать. Да, ё-моё, все опять перебрал. В общем, некуда мне этот файер брать, оставляем его тут. Так, переизбыток ресурсов, девать их уже некуда. Опаньки. Стишок. Еще одно стихотворение. Вау. Интересно у вас тут, конечно. Так, сейчас ознакомимся. Так. По берегу дитя бродило, ища сокровища. По берегу дитя бродило, ища сокровища, омытые волнами. Но тут пучина чудище явила. С ужасным ревом, страшными очами. Но то не монстр, но ужасный... А, но то не монстр, не ужасный зверь. То мать ее искала полотенце. И что же? Что же тут теперь? Куда оно могло бы деться? По берегу дитя бродило, ища сокровища, омытые волнами. Но тут пучина чудище явила с ужасным ревом, страшными очами. Но то не монстр, не ужасный зверь. То мать ее искала полотенца. Ну, наверное, сюда ее нужно поставить. Тут какое-то, не знаю, что-то полотенцеподобное. О, три фигурки. Так, давайте тогда мать здесь оставим. Doesn't look right. Think, Saga. That's not right. Блин. А куда мать-то поставить тогда? Nope. Doesn't make sense. Nah. Keep trying. Может, сюда монстра поставить? А, подождите. Ища сокровище. Вот это типа сокровище. Сюда ставим куклу ребенка. На берегу монстр.
Сейчас сокровища омыты. Но тут пучина чудища явила с ужасным ревом. Мать искала полотенце. Офигеть. Это что-то новенькое. А чё они ко мне не подходят, я понять не могу. Стеснительные какие-то. О, какая-то подвеска новая. Ну, вроде бы отбились. Что за подвеска-то хоть? Усиливает эффект более утоляющих перевязок. Ну, такое. Вроде бы завалили. Не вижу, правда, где. Но придется поверить, что мы справились. Так, там палатку эту я помню. Ну, вроде бы исследовали все затопленные области. А, ну вот через верфь сейчас еще пройдем, да-да-да. Тут мы вроде могли ходить, насколько я помню. Или нет, нет, не могли. Тут затоплено было, да. О, опять фантики. Роуз очнулась после еще одного сна. Наведенного ее кумиром. Она получила новое послание. Все утро она что-то радостно напевала себе под нос, пока не поняла, что почти забыла, что ей сказал Алан. Что-то о героине, которая всех спасет. А, героиня. Роуз поморщилась. Роуз Мэриголд, так не пойдет. Только забывчивости тебе не хватало. Что-то о вязаных вещах, героине. Героине не нравится? Роуз уверенно кивнула. Она разложила вязаные вещи в лесу, чтобы помочь героине отыскать тайные схроны, отметив спрятанное.
«Алан будет в восторге», — подумала она. «Осталось только найти кого-то, кто умеет вязать». Роуз как следует задумалась. Мэнди Мэй постоянно вяжет. Мэнди Мэй не откажет в помощи. Лиса затянула тьмой. Я задержала дыхание. Из-за деревьев доносились звуки тяжелых шагов. Страшных шагов. Сердце трепетало в груди, словно пташка в клетке. По спине пробежали мурашки. Холодно. Передо мной возникла фигура. Кто-то огромный, дышащий угрозой. Незнакомец воззрился на меня парой зловещих светящихся глаз. У меня перехватило дыхание. О нет, он увидел меня. Монстр взревел и бросился ко мне. Я побежала, я мчалась и мчалась, пока хватало сил. Потом я остановилась. Затылок обдало горячим дыханием чудовища. Ужас не позволил мне обернуться. Вот и все, конец. Я снова побежала. Никогда еще не испытывала такого страха. Мне крышка. Неужели никто не придет мне на помощь? Сюда нельзя. Ну, видимо, нужно идти болторезить, раз других вариантов тут развлечь себя нету. Отлично. Выход в город готов. Ну, мы сейчас здесь еще пройдемся. О, опять стишок. А где-нибудь мне еще надо болторезить? Ну вот здесь где-то дверь была. Да, вот мы к ней сходим. И здесь два схрона. Да, мы вот ровно вот по этой линии не могли пройти. Ну давайте со стежком разбираться. Пять маленьких монстров отправились в море. Хотели узнать, как стихию... Кто стихию поборет. Они плыли на лодках вперед и вперед, покуда один не упал. Мамочка плачет, на море кричит. Давайте сюда маму ставим, сюда ставим монстра. Все, что ли? Даже мне не дали стих дочитать. Так, последний патрон у меня остался. Кому, только одному. Ого. Пожить, не шевелитесь. Ничего у вас сколько ножей. Говорили. В смысле, у меня нет места. Кстати, качнуться можно.
Так. Давайте вот это. Сквозь прицел Сага видела мерцающую тьму, защищающую одержимого. Видела, как она колеблется и подергивается. Видела время... Вот он. Она выстрелила, и пуля прошла через отверстие. Класс. А, ну вот, можно вот это потратить. А, нельзя. Фак. Да. Ну, пойду сейчас что-нибудь скину в инвентарь опять. Конечно, бы от стрел мне как-нибудь всех избавиться. Они прям больше всего мне мешают. Объективно, мне их столько не надо. О, выбросить можно. Класс. Вот это другое дело. Теперь как-то и полегче дышится даже. Так, ну 4 стрелы я возьму. Да и, наверное, все мне пока хватит. И так уже дофига всего. Пойду да подбираю. Так, где выход? Вы выпустите меня. Так, стоп. Во. Давно столько времени у нас на исследование, конечно, не уходило. Но это все вот из-за беготни вот этой. Что за брелок, что дает? Шанс оглушить врага усиленным светом фонарика. Повышает количество и качество ресурсов в мире. Вот оно что, кстати. Почему у меня всего так много? Ну, вроде бы здесь все осмотрели. Сейчас вот здесь еще пробегусь, малеха. Ну, здесь уже вроде бы ничего для нас интересного нету. Да, там у меня открыта уже эта коробочка. Поэтому тут, наверное, у нас все. Эта тропинка нас в домик приведет. Пойдемте тогда в городе болторезить.
Сохранимся. И, наверное, уже нужно будет переключаться на Алана Вейка. Отправиться в управление шерифа. Угу. Озеро Колден, Вотери. Нет, управление шерифа это туда, очевидно. Понаеду сюда, черт знает откуда, и думают, что тут есть кому за ними убирать. Ну, понимаю. А, типа день оленя, судя по всему, уже закончился. Так, никто не видит, что я тут делаю. Опа. Another cult box. Спасибо вам, придурки. Написано в субтитрах, а сама говорит, типа, о, еще одна коробка. Так, 1, 2, 3. Угу. Сильно понятнее не стало. То есть правильно ли я понимаю, что вас тут закрыли, и вы сидите спокойно рыбачите? Так, давайте-ка еще раз взглянем. Какие-то палки, что ли, из воды торчащие. Ну, вон, вижу какие-то. А, ну их две. Очевидно, нужно найти три торчащих. И на них, наверное, номерки будут. Вот, типа вот такой, да. Девять. Еще номера. Пока не вижу другие. Ну, тоже должно быть все рядом. Ну, в теории я могу перебором, конечно, тут все это сделать, но не хотелось бы. Ага, вон, вижу 9, 6. Еще бы одну цифру нам найти где-нибудь. Здесь не вижу никаких. Еще немножко пробегусь по берегу, но мне кажется, это уже лишнее.
Да, в общем, нечего тут искать. Надо искать где-то в городе. Возможно, дальше чуть-чуть пробежать надо. Но тут повсюду цифра 5, но я не думаю, что она нам нужна. Как думаете, что такое было с домиком? Не думаю. С ним вообще лучше не связываться. Так вы все-таки что-то дознаете. Видимо, с Домиником я прочитать не успел. Встреча с мэром Сеттерамсом. Сдается мне, с тем, что случилось в домике, когда связана банда байкеров соседнего города. Шумный народ, шумно себя ведут. Они у меня всегда под подозрением. У Уотери в целом репутация так себе. Так, ну тогда идем херачить перебором. Других вариантов я не вижу. Может, кстати, и пятерочка нам подойдет. Маловероятно, попробовать надо. Так, ну давайте. 9, 6, 5. Угу, меняем их местами. Да, угадал. Повезло. И что это? Те, кто ворует у культа дерева, ждет неминуемая расплата. О, вот за это, конечно, огромный респект. Давайте немножко поприбираемся. Я принесу щелкунчик Вейку и заставлю его переписать эти попытки играть в бога. Вот что я сделаю. Но как пробраться в камеру ФБК? Угу. Найти улику. На будущее, на будущее. Избавиться от писаки. Культисты пронюхали, что Вейк вернулся. Вряд ли его ждет радушный прием. Опять на будущее, на будущее. Так, и ланчбоксы еще. А, ну детские стишки тоже. О, найдены все детские стишки рядом с Брайт Фоллс. Е-е-е. Тут два не нашли, тоже два. Один. О.
Не могла же она просто уйти, не сказав ни слова. Особенно после того, что у домика творилось. Джулс, я нервничаю. Я, черт возьми, тоже переживаю. Надо же тебе было поверить этим тупым. Там кто-то должен остаться в домике. Если вдруг появится Марси, кто-то отправится на поиски. Если прочешем лес, то точно найдем следы или еще что-нибудь. Что-то, что подскажет, где она. Можем даже использовать наше снаряжение. Сейчас... Это же просто игрушки. А, они там про приборчики свои. Это те, которые призраков ищут. Ахти, что ли? Нет, не ахти. Музыкальный автомат не работает. Работаем. Важные шишки из мэрии жалуются, что ТВ плохо ловит. Надеюсь, это не из-за покрасочных работ. Сфотографировался со статуей гигантского лося в парке. Проклятые собаки продолжают раскапывать цветы. Нужно было покрасить мусорный бак в парке. Положил для верности на слой побольше. Хотел покрасить большое дерево в парке, но было слишком жарко. Отдохнул на скамейке в укромном месте. И прозрел. Поменял винтик на фиолетовой скамейке в парке. Да твою мать, а. Это же один тут, он тут такой у нас остался, да? А, подождите. Там еще дверь запертая, ну-ка. Она, может, отпирается этой, как его, нашей великолепной отверткой. Блин. Нет, ничего подобного. It doesn't budge. С каждым днем света все меньше и меньше. Черт. Надо в отпуск куда-нибудь, где тепло и солнце. И никаких комаров и лесов. Разве что-то пальмовое. Да, было бы здорово. Поехали вместе. Ладно. Я помню просто, что тут было, да, вот. Помнишь, как все было в прошлый раз? Что, чем нам пришлось пожертвовать? Нашу боль. Это происходит опять. Это ведь нас многому научило, правда? Мы боролись, старались и держаться до последнего. И теперь ты только посмотри на нас. Просто не разлей вода. Так, этот знак я помню. Угу. Еще вот понять бы, какой конкретно этот знак, потому что они некоторые похожи. Ну, то есть, типа, это вверх или вниз? Пойдем сейчас попробуем. Может, на шару снова получится. Все-таки не такая уж там и большая комбинаторика, всего три этих разных. Вот такой, наверное, да. Угу. Ну вот попробую угадать, типа. Вот такой он или такой?
Так, ладно, какие там еще подсказки? Отдохнул на скамейке в укромном месте и прозрел. Наверное, все-таки вот такой, нет? Схрон. Ну, попробую погуглю. Наглейшим образом нагуглил. И оказалось, что мы не все так поняли. Например, вот здесь должно быть вот это. Вот здесь должно быть вот это. То есть она все-таки не вверх-вниз, а влево-вправо. А здесь... Во. И да, один из значков он все-таки на антенне, про которую там в лесах живут чудовища. Про которую мы которую даже не заметили. То есть тут где-то вот антенна есть на крыше, и нужно на нее фонарик навести, и тогда бы мы получили один из символов. Стоит, смотрит на меня, вот дает, а. Какие звуки интересные. Скретч. Ну что ж, на этом тогда предлагаю нам с вами закончить и продолжить уже в следующей серии, где мы переключимся на другого персонажа. Так что до скорой встречи. Всем пока. Так-так, не нравятся мне звуки, что доносятся из управления. Ага, то есть я не могу вернуться назад. Блин, мне что, опять продолжать за сагу играть? Черт. Даже не дали мне нормально сохраниться. А там же нет вроде сохранения, да? Но в любом случае давайте на этом попрощаемся.